Всем привет, зритель программы «Пилот». Сегодня я представляю команду «Драп» из Дзержинска. Мы в Балахне. Привет, можете что-нибудь сказать в двух словах, что сегодня будет происходить? Сегодня состоится для грандиозная тусовка. Сегодня впервые в нашем провинциальном городке проходит рэп-миссия. Приедут очень много команд из разных городов, вот, и будет очень здорово. Они покажут свое творчество в хип-хоп-искусстве. Сегодня будет круто. Оу, щет, когда мне было 10 лет, я не копил бабки, я угнал свой первый двухколесный велосипед. Мои друзья уважали меня за то, что я был кошмаром от воровства и до вранья. Моя мама не знала, что со мною делать, и порядком надоело по ментовкам бегать. Меня хотели даже сдать на опеку в интернат по той самой причине, что очень сука и гад. Я дрался, когда было надо, я воровал, когда считал это нужным. Я влюблялся, когда имел возможность, но я никогда себе не считал себя лучшим. Поздняк метаться, снова менты накрыли, кого-то повязали, кого-то отпустили. На меня снова наручники одели. И новые побои на моем белом теле. Все. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас рэп-миссия. Первые на сцену у нас выходят молодая команда. Это Туби. Давайте пошумим немного. А сейчас на сцену выйдет самый молодой, самый маленький ростом участник этой программы. Это будет «Черный огонь». Поприветствуем его, поприветствуем. Приходите. Против воли знакомый, никак не попрёт. Если ответишь мне двойно, так не подумай своей головой. Или закрепишь, как тот герой. Поднимите руки. Скажите, пожалуйста, кто первый в России стал читать рэп? Моя жизнь прощается, где же ты мой? Руки выше! Руки в гору!
тебя. Кому нужна эта поганая война? Никто не заработал от нее, это судьба. Все, которые хочет, жертвовать. Я погибаю, через пристрадание. Город Марадон на берегу один стоящий. Город Марадон на берегу вдохновляющий. Город Марадон, я люблю всей душой. Город Марадон, ты лучший город во вселенной. И на все, что вас не может сразу дать прямой ответ, и грозовые облака с тобой склоняют все. Две, что больше говорит, что можно идти по водоем, и нет сомнений. Что свет этот не может растопить кусочки, я в душе уже решение пришло само. Sexy lady.